Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Игра вышла на русском языке с русскими субтитрами. Сюжет игры рассчитан на одного игрока. Рейтинг игры 18+. Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Трехмерная видеоигра в жанре Stealth Action, разработанная студией Kojima Productions для PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 и Xbox One. В роли продюсера, который выпускает игру, Хидео Кодзима. Она является 9-й сюжетной игрой в серии Metal Gear. Во временном промежутке сюжетной линии она следует после событий Metal Gear Solid Peace Walker. Год 1975. Период разрядки напряженности. Конфликт во Вьетнаме подходит к завершению, и мир оттаивает после холодной войны. Хотя напряжение между супердержавами снижается, небольшое воинское формирование закрепилось в Карибском бассейне. Это новый тип войск, армия без нации и земли, куда можно вернуться. Возглавляемая загадочным человеком по прозвищу Снейк, эта подпольная группа действует в тени в качестве элитных наемников на службе у различных правительств по всему миру. Эта группа создает себе хорошую репутацию и наращивает финансирование и военную мощь. При этом идут слухи, что у группы появился доступ к ядерному оружию. Тревожная перспектива появления военного формирования с ядерным оружием за пределами действия соглашения о нераспространении ядерного оружия и без подчинения какому-либо правительству приводит к немедленной проверке Международным агентством по атомной энергии. В это же время Снейк получил информацию, что Пас, женщина-шпион, когда-то проникшая на главную базу его армии, выжила и допрашивается на военно-морской базе США на юге Кубы. На этой базе имеется тюремный блок, зона, которая может функционировать в обход законодательства Кубы и США, и где применяются жесточайшие меры допроса. Узнав о ситуации, молодой доброволец из армии Снейка берется за спасение Пас, который испытывает чувства.